Тент комби на лодку Риф 360 с фальшбортом. Подходит как для килевой лодки, так и для тримарана. Сделаны дополнительные окна в верхней части и москитная сетка. Окно закрывается на липучках. Носовой тент остекления номер 3. Сделали расцветку. Середина оранжевая, бока серые. Вот так закрывается окно. Сейчас покажу заднюю часть. Здесь вход. Вот. Здесь молния также. Заходим. Есть окно, москитная сетка. Тент трансформируется.